Открылись для досрочного голосования участки Солигорского сельского избирательного округа. Участок номер 40 разместился в сельском клубе в деревне Соковичи. В списках избирателей здесь 430 человек. Это жители четырех деревень – Соковичи, Крушники, Язовень, Листопадовичи. Около 30% только избирателей, которые в возрасте 30 лет. Ну, а остальные в таком пожилом возрасте, они, естественно, и изъявили желание проголосовать на дому. Их уже заявки приняты. Я думаю, что в течение вот этих 5 дней, которые нам будут еще поступать заявки, и основная работа моей избирательной комиссии придется в день выборов посетить всех избирателей. Конечно, ни одного не оставим без внимания. Вместе с тем, уже сегодня на участок пришли первые избиратели. Досрочное голосование как раз для тех, кто в воскресенье будет занят важными делами и не сможет поставить галочку в бюллетене. Находиться в служебной командировке. Ну и это очень хорошо, что есть возможность проголосовать досрочно, когда у людей, ну у меня обстоятельства сложились, что командировка, ну и иных граждан могут быть иные обстоятельства. Поэтому это хорошая возможность сделать свой выбор досрочно. У каждого есть своя гражданская позиция и гражданский долг, каждый, который должен исполнить. Выходные дни будут заняты, и вот сегодня выделили время, чтобы приехать и свой гражданский долг отдать.